Добрый день! Те, кому это интересно. Сейчас будет импровизация. Странный конкурс, который не все понимают. Итак, первое задание. Импровизация на тему Минотавр. Боже мой, где я? Это такой страшный лабиринт. Что же мне делать? Как мне выйти отсюда? Боже мой, боже мой! Я погибла. Может быть, здесь есть выход? Обвинение невиновного и последние слова. Я уже не играл в доту, блин, целых 12 часов. Я не знаю, что делать. Ребята терпят, наверное, поражение за поражение. Вам предъявлено обвинение в противодействии. Слава Кров, заявил мисс Мойден. В расстрелении грудастых людей Куринейч, флиртовали с Траксой писали Келлин. Объявление предъявлено мужчине. Я не виноват, я не знаю. Это все мои друзья, они просто демоны. Они сказали, попробуй один раз, тебе понравится. Ваш приговор – смертная казнь. Последние слова. Хорошо, я скажу. В голове моей кружится ветер, вместе с ним и моя голова. Ничего нет прекрасней на свете, я люблю тебя, как Доту 2. Без тебя, как Рик и Мару, раки на карте полной бордой. Для тебя я словно энигма, столбу на гоблин конуса готов. Решать вам.
ще одна. Неудачне признання в любві з особистості. Я пошел, я уже не шутил.